Ну, как говорится, поехали. Опа! Мы с коллегою вдвоем вновь куплеты вам споем. Должен согласиться я, прижилась традиция. Оп. Замечательно. Нормально. Стало очень плохо видно мне Европу из Кремля. Виновато извержение Эйяфья для Якудля. Браво, Владимир Владимирович. Репетировал, Дмитрий Анатольевич. Опа. Опа. Мэр Лужков был слишком робок, не решил проблему пробок. И для прочих, став примером, робкой вылетел из мэров. Оп, ап. Опа, апа. Хорошо. Спасибо. Я послушал Элтон Джона, а еще встречался с Боно. Это, знаешь, не предел. Я тут сам играл и пел. Стало лучше жить в России, где мы вдруг не появись, всюду хлеб по 7 копеек. И дороги зашибись. Оп, оп, оп. Ну вы раскочегарились, Владимир Владимирович. Настроение новогоднее. Понял. Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Если это вы про Ладу, то я вас прошу, не надо. Извините, Владимир Владимирович. Проехали. Было слушать нелегко речь Виталия Мутко. Наш теперь чемпионат, несмотря на From My Heart. Молодец, Мутко. Согласен. Опа! Америка, Европа. Проведем турнир футбольный через 8 лет уже. Весь Саранск теперь довольный. Лондон же в глубокой... депрессии, Владимир Владимирович. А, ну да. По-моему, жжем. Согласен. ЦРУ агентов наших в Массачусетсе нашел. Ну, не знаю, с Анной Чапман я в разведку бы пошел. Полицейскими все станут, милицейские чины. Да, давно пора почистить внутренние органы. Согласен. Опа. Вот так. Замечательно. Вот летит по небу глаз, называется ГЛОНАСС. Вот его бы как-нибудь на Европу натянуть. Сильно сказано, Владимир Владимирович. Стараемся, Дмитрий Анатольевич. Ух! Отлично. Мы б еще куплеты спели, но и забывать о деле нам, увы, никак нельзя. С Новым годом вас, друзья! Опа!